Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утро начинается. Так, это что у меня тут? АЭС сервер еще. Не с АЭС сервера, а утро у нас начинается с фарма локации. Запределье на мои силы. Силушка, как видите, к 2 лямам уже движется. Мы сейчас будем с вами пробовать. Просто пройти ее, посмотреть, что же нам IGG приготовили. Я вам показывал, я даже покажу вам сейчас по сундуку, как я их у себя не открываю, у меня копятся. 4, 3, 2. О чем это говорит? Первый этап проходится налегке, второй так, с натяжкой, ну а тут 50 на 50. Это именно о самом адском режиме. Так, ну что, поехали, будем пробовать. Показал я вам, как Мэри изменилась. Возможно, она будет против Фрейд теперь тащить. Хорошо, сейчас будем это проверять. Поехали. Возьмем наших любимых героев. Моих. Не знаю, или у вас такие у всех есть. Я надеюсь, что есть. И попробуем затащить. Так, Махатма. Еще не взял, вроде всех взял. Так, кого сюда еще такого интересного поставить? Попробуем призрака поставить. В общем, поехали. Они должны были у нас поменять привязку силе, пересмотреть. Мы сейчас это с вами все проверим. Так, и заодно, думаю, проверим, работает ли еще пах с перезаходом. Это тоже немаловажно. Так-с. Пытаемся. Сюда и пойдем. Ну, первый этап он проходится, в принципе, должен проходиться легко. По количеству сундуков вы видели, что у меня их много. То есть первый этап для меня не проблема, усиление здесь не особо. Все начинается со второго этапа, начинается с Ронинов и прочего. Посмотрим. С выходом монстров, ну, волны монстров... Там рунки есть. Это я вам показал на Тайване, но я еще здесь протестирую. И что мы видим уже? Что мы уже видим? Кто там не хочет сливаться? Это очень много у них хп. Дофига даже, я бы сказал. Что за хрень? Это называется, они сделали перепривязку к силе? Что это за прикол? Теперь я по них не попадаю даже. Это, ребят, секундочку, это только начало. Что это за фигня? Вы чё, блять, им уклонение дали больше? Пиздец. Подскажите, вот что вы на это скажете? Мы вам сделаем обновление лучше, блять, от этого тоже сейчас будет бомбить. Что это за фигня? Что за прикол, что я не могу убить сразу же при входе уже героев? Я их проходил без проблем. Кому? Что за фигня? Уклонение реально много больше стало. Это вот заметно по огнику. Он просто тупо, смотрите, миссы проходит. Я тут первый этап просто пролетал, в принципе. Ну, как пролетал? Относительно. То есть я героя попадал. Сейчас я не попадаю просто. Вот это IGG, конечно. Сколько отхил у него при начале? В общем, насколько я понял, они нам улучшили локацию. Они сделали, ребятушки, изменения. Только вопрос, в какую нахрен сторону? Что это за фигня?
Я не могу его убить. Это бред, блядь. Это реально самое, что ни есть, бред. Ну посмотрите на это. IGG, это вы так сделали при привязку к силе, что теперь вообще нереально с самого начала пройти, или как? Вот напишите, ребята, у кого опять тоже такая хрень. Ну, не то, что у кого, кто столкнулся с чем новым в этой локации сегодня. Ну, это просто жесть. Я его не могу убить. Это только начало. Где, блядь, пересмотр формулы, блядь, и всего? Вы, типа, пересмотрели и решили еще накинуть? Блядь, это просто жесть. Я в шоке. Я даже не знаю, что тут сказать. Тут, наверное, просто без комментариев. Так, поехали, попробуем таким вариантом. Это, блядь... Это просто аут какой-то. Только через землеройку я еле смог его убить. Ну что это такое? Что мне теперь точность придется брать походу? Других вариантов я не вижу. Да, блядь. Пересмотр, блядь. В каждой пачке уже Мэри этот, вы серьезно? IGG, вы серьезно что ли? Посмотрите, блядь, на эти пачки. Вы что, бахнулись там или что? У меня уже одни зефиры, мои герои просто сливаются. Пиздец. Это просто смешно. Мэри с оживами. Может, они убрали там отхил, я не знаю. Но я смотрю, у него там уже появился у этого героя вальс. Блядь, это просто жесть. И они начали миссовать. Так, у нас Мэри слилась. Сейчас надо... Блять, это не знаю, это смешно, наверное, но вот это вот реально хрень. В каждой пачке зефир. Ну они хоть убиваются, но это первый этаж, блять. Вы что, бахнулись? Что это такое? Ладно, я согласен там на зефиром, на донатных этих, но я не согласен на вот эту вот срань. Что вы поменяли, я не знаю. Но они убрали, походу, возможно, отхилы, либо... пересмотрели каких-то героев, но то, что я видел первое, сейчас посмотрим, как мы Ронина будем еще проходить. Так что мы его пройдем. У нас осталась Фрея. Все, Ронина мы слили. Ну, Фрея без отхила, смотрю. Блять, жесть. Я просто в шоке. Она хилится по 600 с хреном. Да. Короче, ребята, пишите, у кого такая же хрень и кто что увидел, но я уже вижу, что это просто кайф теперь локация. Я не знаю. Теперь, знаете, если я раньше не мог убить одного героя, теперь я его не могу убить из-за того, что я не могу по нему попасть. Просто тупо не могу попасть. Вот мы всех слили, кроме Фрея. Для Фрея надо Мэри. IGG, я вас люблю. Вот. Реально, я вас просто обожаю. Вы умеете сделать хорошую локацию. Покормить всех обещаниями. Ну, это просто жесть, как по мне. Ничего не поменялось. Стало еще хуже. Я с первого этажа уже, с первого, ребят. Посмотрите на ее отхил, 633к. Да вы что, бахнулись? Вот как мне ее убить? Что это за фигня? 633к отхила. Ну это ж вообще лям. И она еще уходит в маску. Это с первого этажа. Это вы сделали при привязку к силе. Так вы еще хуже сделали, блядь. Пиздец, по ляму уже хилит, ребята, по ляму.
Это при том, что у меня здесь стоит сейчас Мэри. Что за фигня? Вот реально, что это за фигня? И посмотрите, один лям — это третья или четвертая пачка в этаже. Это называется, я поднял себе силу, и теперь все, я вообще не смогу пройти, что ли? Мне что, пол алтаря слить, чтобы проходить локацию? Вот объясните, каким образом вы здесь что-то изменили? Вы сделали еще хуже. Я не знаю, я буду пробовать сейчас других аккаунтов своих проходить, но это просто бред. Я не могу уже пройти на первом этаже героя. Вообще, блядь, не могу пройти даже первый этаж. Даже 3 или 4 пачки. Блядь, это просто смешно. Сейчас попробуем. Уже только одна пачка у нас есть для сбора. Сейчас попробую вот так вот. Просто один на один. Посмотреть, что у нас получится. Это единственный вариант, еще какой я вижу. Но смотрите на ее отхил. Я ее по ляму пробиваю, она хилит по 600. 638к, ребят, отхил. Это называется, они нам изменили привязку. Я не знаю, кому они что меняли, но это просто жесть какая-то. Просто трэш. Она себя хилит больше, нежели я ей наношу дамага. Пиздец. Просто no comment. Что вы, блядь, делали, я не знаю. Где вы что пересмотрели, какие вы бонусы пересмотрели, какую привязку к силе. Но это просто жопа какая-то. Просто, ребята, это просто, ну, пиздец полный даже, я бы так сказал. Сейчас я ее соберу, поставлю Мэри на атаку, посмотрю на дамаг. Это при том, ребят, что у меня Мэри хорошо собрана. Блять, я в шоке. Но тут она должна просто эту фраю, наверное, ушатать. По идее. Блять, я вот просто ору. Сейчас интересно, или засчитает мне поражение. Я просто ору с этого. Что, блять, вы сделали толкового в игре в это обновление? Блять, ну что это за фигня? Теперь, типа, эта локация для меня вообще непроходима. Я не знаю, как у других, но у меня 100% от этого уже начинает бомбить. Сборка на атаку она ни хрена не может сделать. А, у меня уже она слилась. Ну, пожалуйста. Блять, ну это просто жесть. Белая, блять. Ну, по-другому не назовешь. Ну, что это за фигня? Вы считаете, что это нормально? Это жесть, ребят. Это просто жесть полнейшая. Ну, надо сюда тыкву пробовать будет брать. Ну, понятно, я с землеройкой пройду. Но я вам показал саму суть. Вы видели, что это такое? Смотрите, опять зефир. Ого, ничего себе, простенькая пачка. Я буду орать, если они сейчас меня еще ушатают этой пачкой. Блять, жесть, Мэри просто улетела. Землеройка тоже. Еще я не могу забрать оживление. Вот опять Мэри. Просто, блять. Это комики называются. Я не знаю, как назвать. Посмотрите, как мои герои просто сливаются. Я не могу его убить. Это перепривязка к силе, ребят.
Спасибо, IGG. Вы нас услышали. Мы вас тоже, в принципе, думаю, услышали. Но это просто без комментариев, ребят. Вот вам то, как IGG нам усилила локацию. Не знаю, пишите комменты, у кого какая хрень. У кого стало, возможно, у кого-то легче, возможно, без донатов легче. Но у меня уже подгорело. Все, локация убита окончательно. И это хорошо, на нее не надо будет тратить теперь время. Я понимаю прекрасно, что это нахрен не надо. Пишите комменты. Сейчас мы посмотрим, кстати, еще награды. Просто, блядь. Просто молодцы. Да, нечего сказать. Ой, блядь. Кстати, я таки, я уже не могу посмотреть награды, я уже их не могу посмотреть, просто не могу, я не могу убить эту пачку. Это то, о чем я говорил, что было и раньше. Я, в принципе, ее сейчас убью, думаю, хотя вряд ли, меня сейчас сольют на первом этаже. Это уже все. Это для меня потолок. Вот, я не могу этого противника убить. Что я могу сказать? Думаю, вы и так все понимаете. Пишите, ребята, комменты, кто уже бегал. Но это просто писец. У меня нет слов. Просто нет слов. Насколько они угробили еще больше эту локацию. Ну, мы сейчас прошли. Но это, я не знаю. Я просто не представляю, что ожидать на втором, третьем этаже. Вот у меня уже половины героев опять нет. Просто, блядь, без комментариев. Я не могу убить двух героев. Я ору, блядь, оккультиста не можем слить. Они добавили героям конкретно уклонение. Потому что это видно. У меня герои всегда попадали на первом этаже. Здесь уже миссы идут. Просто... Я не знаю. Я даже не знаю, как это называть. Зефир. Блять. Просто... Блять, я просто ору. Короче, без комментариев, ребят. Напишите в комментах, что вы думаете. Поставьте лайки. Напишите, кто такие IGG в комментах. Всем удачи, всем пока.